Уже полтора месяца в репетиционном зале театра «Пилигримов» звучит новая музыка. Ее написал худрук коллектива Константин Артамонов специально для арт-рок-мюзикла «Нора». Жажда жертвы так нелепа, а мужчины верят слепо. Эти женские попав. Режиссер Анна Агапитова рассказала, интересно было поработать с пьесой величайшего драматурга Генрика Ибсена «Кукольный дом». И если в 19 веке произведение восприняли как гимн феминизму, то сегодня эта история скорее о правах человека в общем смысле. К тексту Ибсена при написании либретто отнеслись с максимальным уважением и все же придумали нового персонажа – птицу, поющую в клетке. Этот образ – источник для глубоких размышлений. Она синяя птица, и она... сойка, и в ней очень много собирательных всяких элементов, и чем дальше, но Ибсен такой драматург, что он бездонный, и чем сколько ни копай, там все равно дна нет, и сколько ни работай, все равно дает ответы, у тебя опять вопросы, опять ответы, снова вопросы, и все время этот бесконечный процесс. С новым спектаклем театр «Пилигримов» отправится не только на международный культурный форум в Санкт-Петербург, но и на первые за 10 лет гастроли по Ленинградской области. Постановку «Иркутян» увидят в Гатчине и Кировске. Для некоторых артистов это будет двойная премьера. Я пела в хоре, потом сольные номера пела, а драматические роли мне еще не приходилось играть, ну, совмещать этот синтез драматического жанра и вокального жанра. Я очень переживаю, но ничего. Главное самому себе, как говорится, не врать. Также в северную столицу «Пилигримы» повезут рок-оперу «Страсти по Марии». Это первая постановка театра после смерти его основателя Владимира Соколова. И посвящена она его памяти. А премьера мюзикла «Нора» в Иркутске состоится на сцене Дома актера 29 и 30 ноября. Марина Беклемишева, Александр Барановский. Новости сейчас.